поле летит, из-под топота копыт пыль по полю несется. Ложечка моя желобока, желобока выгибистая, спит под выпадертом. Здравствуйте, дорогие друзья! Давненько мы не виделись, и вот такое совпадение. 21 число, вот, да еще 21 час. Отлично, уже вижу. Нина Борисова присоединилась, Вячеслав Болясников, Сергей Тарасов. Тут у меня хрень какая-то вылезла тоже. Сергей Тарасов, Игорь Гусеев, Виктор Новицкий, Татьяна Троянская, Александр Ланой, Владимир Ветров. Не поверю. Народ собрался. Да. Сеня Фурман, Владимир Гнечко. Спасибо за последний пост. Решат Гатаулин, Конек Игорь. Да. Ну вот и хорошо, тогда и пообщаемся в живом форуме. Пишите, чего это самое. Чего-нибудь пишите, спрашивайте, а мы пока... Оператор эфира Елена Пичук будет, как меня, с вами коннектить. Ну, как там звук? Хороший, все в порядке. Ну, судя по тому, как это... Вот. Я вообще начал в неком небольшом таком смятении веселом. Веселом смятении, потому что, ну, как сказать, надо все время живешь и удивляешься, как устроен этот мир. Замечательно. Песню-то наметил, знаете, такую, можно сказать, почти бардовскую, исполнить такую чуть ли не про палатки и не про «Милое мое солнышко лесное». Но получилось как? Смешно получилось. Вспоминаю, когда, например, выхожу со сцены фестиваля «Нашествие» в свое время, 2002 год. Исполняем песню с кокардой в голове. И главный начальник фестиваля говорит, еще сюда, на эту сцену выйдешь, потому что, типа, оппозиционеры здесь на этой сцене особо не нужны. И вычеркивает меня там из плейлиста нашего радио. Там, и, вот, Слава Борясников, понимаешь, да, о чем идет речь? Вот, он там, по-моему, был на этом фестивале. И таким образом там вылетаешь из других радиостанций и так далее. Потом поешь «Привет, хеллоу» и понимаешь, что тебе просто запрещено выступать и в городе, да, снимают тебя куча спектаклей. Вот у меня тут комментарии появились. Вячеслав Болясников пишет «Хай», Алекс Лесовский «Доброго вечера», Нина Борисова «Миша, привет, давно не виделись», Игорь Гусеев «Привет из Бонна», Ирма Палагина «Наконец-то», Алекс Лесовский, привет из Ганновера. Светлана Ефремова, давай, Миша, жги. Угу. Алекс Лесовский мне привет передает. Спасибо, Алекс. Владимир Гнедько, Михаил, удачи. Спасибо. Ну, удача уже хотя бы в том, что мы с вами видимся, друзья. Вот это уже удача, потому что раньше, когда было телевидение, больше никак. Вот. А сейчас вот оно, телевидение. Спасибо, вот. Интернет. Вот, спасибо, интернет. Мы вас чувствуем. Ну что ж, спасибо, интернет. Да, спасибо, интернет, да. Ну вот, самое веселое произошло. Ну вот, летом я ездил на Гужинский фестиваль. 9 лет там я там не был. Съездил, и мое смятение заключалось в том, что на главной сцене фестиваля, были символы. Мы отмечали не 80-летие, оказывается, Высоцкому в первую очередь, а мы отмечали в первую очередь столетие комсомола, там комсомольские значки, то село, и вот полный вперед, столетие комсомола отмечалось. В этот момент все оппозиционеры, ну, многие оппозиционеры, глупые оппозиционеры, типа, Миш, как ты смел туда поехать? Съездил, посмотрел. На главной сцене перед комсомольскими значками я не выступал, извините. В лесу много всяких площадок, много всяких людей, которых можно обнять, и из которых можно спеть у костра, и есть хорошие альтернативные сцены, типа «Зазеркалье», типа «Не обязательно», хочешь, грубо говоря, пачкаться. Но самое веселое я получил сегодня. Думаю, надо, ну, раз такое дело, надо бы съездить с каким-нибудь своим оппозиционером выступить. Есть такой форум «Свободная Россия», да, называется? Форум «Свободная», да. Россия. Да. Ребята, как у вас там? Там они как-то, не знаю, то ли на деньги Ходорковского. В Литве проходят. Да, как-то они как на какие-то... Я не вижу. Типа, Новицкий, ты у нас не формат. В общем, ребята, идите все лесом. Где пою, где что хочу, то и пою. Хочу, пою о любви. Хочу, пою о других вещах. В данный момент я обнимаю
вас всех. И исполняя новую песню, да, относительно новую песню, которую так и написал на вашем фестивале. Над рекой. Так, что-то застряло. Там все нормально, двигается? Двигается. Там. За окном то елки, то березы, электрички, тяги, дизеля. Собран рюкзак и гитара, все просто. Скоро земля. Скоро земля. Помнишь, как сидели над речкой? Боже, как нежны твои руки. Был песок горячий, как печка, и сплетались запахи, звуки. Где-то над рекой под Самарой. Ра-ра-ра-ра-ра. Есть у птиц потребность собираться, у людей такая же напасть. Спеться, наслушаться, наобниматься. Травы упасть. В травы упасть. Помнишь, как сидели над речкой? Боже, как нежны твои руки. Был песок горячим, как печка. И сплетались запахи, звуки. Где-то над рекой, под Самарой. Ра-ра-ра-ра-ра. Время очень жестко помесило, и друзей, и так себе друзей, но возвращает нам радость и силы. Берег-музей. Помнишь, как сидели над речкой? Боже, как нежны твои руки. Был песок горячим, как печка, и сплетали запахи, звуки. Где-то над рекой, под Самарой. Ра-ра-ра-ра-ра. Время быстротечно, но не стоит жалобно скулить о днях былых. Вчера я увидел, взлетев над рекою, нас, молодых, видел нас молодых. И опять сидим мы над речкой, боже, как смешные на мне брюки, все твои тату на колечки, но какие чудные звуки, где-то над рекой, под Самарой. Где-то над рекой, но с гитарой. Эфир наш прерывался каким-то образом, ну, посмотрим, что... Ну, вроде пишут, что не прерывался. Это да? У нас тут что-то было, да. Это у нас что-то было. Значит... Виктор Николаев, Регина, Артем Илюхин. Привет из Винницы передают Борис Швецов, Светлана Быстрова, Ирма Палагина, Елена Смирнова, Антон Казак, Алис Молчанов. Угу. Спасибо, друзья, что были с нами. Лариса, ага. Картузова. Понятно. Спасибо, что были с нами. Пишите, делайте перепосты. Думаю, что песня 21 будет звучать. Все-таки мы нырнули в какое-то другое время, когда так просто не заткнуть. И еще раз привет всем этим самым ребятам, которые от меня требуют какого-то определенного формата. Любовь. Погода, природа. Если меня волнует какая-то социальная тема, я пою песни, которые меня волнуют. И если, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, мне это надоело, черт возьми, я лечу туда, где принимают. Песня в 21 всегда нашего формата. Будьте с нами. Будьте с нами. Вот. Наверное, все, да? Наверное, обнимаю. Наверное, прощаюсь. До следующей песни 21. Кстати, в этом году... У меня случится юбилей. Повзросление. Вот. И это будет 20 декабря. Кто сможет, ДК «Газа». Приглашаю. А 26 октября ждем вас на концерт для любимых. Угу. Пока. Пока. Все у нас нашего формата. Оператор эфира Елена Бичук, Михаил Новицкий с вами. Спасибо, что были.
Пока. И будете.